Добрый день. Так, у нас занятие номер 5. И следующее меню, это у нас идут расчеты. Так, если вы все правильно делали, и у вас нет ошибок, то есть нажимаем на расчеты. То есть она у вас проверяет все введенные исходные данные. Если у вас есть какие-то ошибки, то есть у вас есть какие-то поля не введенные, то соответственно она остановит и покажет, что существуют какие-то ошибки. Если же все у вас нормально, то есть у вас посчитала, то есть она записала все данные в итоге, ну и в дальнейшем вы можете их увидеть и посмотреть. Так, вот в чем заключается меню расчеты. Да, еще здесь в основном идут ошибки. Если вы выполняете предварительный расчет отопительных приборов, так получается, что из тех типоразмеров данного конкретного производителя типа отопительных приборов иногда длины не хватает для установки в данное помещение, чтобы возместить, соответственно, теплопотери данного помещения. То есть большинство ошибок именно заключается в этом. То есть вам либо нужно будет менять тип прибора, либо согласиться с теми ошибками, которые у вас присутствуют. А так, если вы все ввели данные, то есть она их проверит. То есть она не проверяет, соответственно, точность, то есть правильно ли вы длину ввели. То есть она единственно проверяет то, что быть должно введено, значит, на эти значения и проверяет. То есть если в ячейке должна введена быть длина, значит она должна быть стоять. То есть она не проверяет, какая именно длина. Так, ну а вот на этом все. Спасибо за внимание. До следующего занятия.